Итоги референдума сегодня уже утверждены крымским парламентом, а его делегация направилась в Москву для консультаций со своими российскими коллегами. О том, какие шаги теперь будут предприняты законодателями нашей программе, в телефонном интервью рассказал депутат Государственной Думы Олег Савченко. Сегодня будет Совет Думы, который примет решение. Формально должно быть зафиксировано, с формальной точки зрения, зафиксированы итоги голосования, утверждены. И после этого должно быть официальное обращение уже со стороны руководства Республики Крым. Связанное с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, отдельным регионом, на отдельных условиях, естественно, мы будем обсуждать и будем принимать решения голосованием. Соответственно, будут такие же решения, связанные с изменением бюджета Российской Федерации, учитывая то, что вмешался такой фактор достаточно неожиданный. Но я уверен, учитывая настроение, общее настроение Российской Федерации, учитывая исторические факты и политическую ситуацию в мире и на Украине, я считаю, что это голосование будет единогласным.